Доброе утро! Поворачивай. Поворачиваешь ее аккуратно. Во, все, 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 хватит. Хватит, хватит, сынок. Вот так. Аня! Все, не надо, не надо, Надюш. Смотри, чтобы ей больно не было, Ванечка. Не ложись на нее, не ложись. Ванюш, ты же очень тяжелый, ты же большой. Конечно. С начала 10-го, детки мои, сегодня прям подольше поспали, прям лучше, чем вчера. Да. Я даже сегодня чуть лучше выспалась, чем вчера. Нет. Так что ты тоже выспался? И Анечка выспалась? Вы что, все выспались у нас? Да? Мама, ой, бум. Папа спит, да. Ну, папа же болеет. Не знаю, подождем. И проснется. Так, Пума. Он еще хочет поругаться. Тетя Аня возмущается. Да. Ну-ну, Пума. Ногти, блин, она любит этот материал, к сожалению. Ну и что? Как Анютка поползет, мне кажется, это уже. Животика тебе. И это была еще маленькая Пума. Не, Пума у меня в животике не было. Пума же животное. А я человек. Просто она растила и стала большая. И маленькая еще была. И маленькая. Да, она была маленькая. Потом выросла. А где она была в животике? У своей мамы. У мамы кошки. А где она? Не знаю. Может, это у нас? Нет, не у нас. А где его дом? Нет, да. Дом в другом месте. Где она, где не живет, она у нас? Не, ее мама в Сабаделе живет, сынок. Как у бабуля? Да. Сабаделе. Да. Ванюша завтракает. На завтрак он в последнее время кушает, любит бутерброды с паштетом, с сыром. Вот сегодня у него обычный хлеб, не бейгл. И обязательно полная кружка должна быть воды или бутылка воды. И сегодня у нас еще сок из груши. Вкусно, Ванюш, тебе? Да? Приятного аппетита. Так, мы тут с Анютой тоже играем. Ваня к нам пришел. Мы здесь на Ираде, Ваня пришел. Ку-ку. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас Анечке уже пора спать. Нет, хочет спать. Можно мы хоть на качельке? На качельке? Да нет, сыночек, уже прошло 2 часа, как она играет, гуляет, поэтому она спать хочет. Ну, устала. Анюточка наша пошла спать, у нее сон, а мы с Ванюшкой, Ванюша позавтракала, пришли в бассейн купаться. Сейчас музыку включили, Ванюшка взял с собой щенков, я плаваю на звезде, чистится бассейн, водичка тепленькая, так что мы купаемся. Да, Ванюш? Сейчас включим песню про лето и будем тут плавать. У меня у Ванюшки тихий час. Я сварила супчик куриный. Анютка тем временем проснулась. И Ваня с ней там играет. Да, Чунь, ты что тут папу изводишь? Да, она неспокойная такая. Кряхтит, 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 кряхтит. Ну что, мои любимые, отправляйтесь гулять? Да. Да. Мы поехали. Какие красивые, нарядные. Можно смотреть на щенячий патруль? Да. Да? И буду там играть. И там я спросил, щенячего патруля, машинка, карусельки. Не знаю, посмотрим. Если есть, обязательно покатаемся. Едем, короче, тусить. Поехали? Отличная каникула. Да. Да? Так, мы поехали, ты отдыхай, ложись, поспи. Ну, посмотрим, получится. Я же поспал только что недавно. Может, еще захочешь поспать. Или ты будешь, ты кажется, и ты уже не будешь стоять. Ладно, все, поехали. Полезет
такой вот этот полежит. Там полежит на веранде. На веранде? Вот этот черный штука. А, я понял. А, на тренажере? На тренажере может на тренажере полечить. Да. Но у меня спинка сейчас не болит, Ванюш. Все, папулечка. Давайте, хорошо вам отдохнуть. Да, я уже... Ребят, я уже иду на поправку. Уже который день об этом говорю. Но сегодня на самом деле мне прям лучше всего себя чувствую. Вот. Катя мне сделала кофе. Мне до этого кофе пить я вообще не хотел практически. Ну, утром выпивал одну чашку и все. Вот сейчас мне хочется кофе пить больше. Вот единственное, что я сегодня, не знаю, раза 4, наверное, спал. То есть у меня температуры высокой уже нету. Температура где-то держится в районе 37-38. Вот, выше не поднимается. Но при этом уже как бы себя чувствую более-менее хорошо. Но не буду торопиться. Я себя хорошо чувствую. Не стал я сразу ехать гулять, то есть нужно немножко это полежать еще. Какие-то крики слышал. Ванюшка, наверное, там опять прикалывается. Ладно. Будем что-то делать. Вернее, ничего не делать. Мы, в общем, приехали немного раньше, купили билетики и сейчас припарковались прямо в самом городке. Это город Санта-Сусана. Мы как-то здесь уже отдыхали с Ваней, когда только-только встречаться начали. Мы купили Ванюше очки. Сынок, иди сюда. Покажи очки. Надень. Класс, это чьи? Маршала. А ну-ка, вот так давай покажем. Вот так. А ну-ка, надень, покажи, как они на тебе смотрятся. Какой ты красивый, смотри, какой ты красивый. А кепка, Катя? И вот кепка. Это будет классно. Да. Вау! Ты такой красивый, сынок. Да. Супер. И наша Анечка здесь. Мы здесь ненадолго, нам чисто убить полчаса нужно, что там раньше мы чуть-чуть приехали. Где ты? Вот. А? Да, на русском говорили. Сели мы в кафе, надо же подкрепиться. Что ты? Я хочу пилочку водичку. Сейчас дам, хорошо. Посмотрите, с какого бокала ему принесли. Аккуратненько, Ванюш. Надо, у нас миссия дойти до представления в чистой футболке, да? Аккуратно, Ванюш. Так, у нас у Ванюшки просьба была одна, очень нужная. Мы искали туалет, в итоге нам сказали идти в отель. Вот мы в отеле пришли в туалет, а здесь вот всякие игровые штуки. Да, это называется, сынок, настольный футбол. Да, настольный. Видишь, стол такой, и там есть и вот футболисты. И нужно ловить и отбивать мяч. Нету. Какой? Вот это? Пойдем что-нибудь другое посмотрим. Что здесь еще есть? А ну-ка, посмотри-ка, что здесь еще есть? Ой, тут так прохладно, приятненько. Хорошо так. Вау, какой мотоцикл. Хочешь сесть? Давай. Давай, садись, и я тебя сфотографирую, отправим папе сообщение, фотографию. Садись. Держись. Вот так. Давай, сейчас тебя сфотографирую. Смотри сюда. Ванюша. Ваня, смотри сюда. Класс. Не упади только. Попытка номер два. Кладем денежку. Теперь нам должны дать. О, открывай. Открывай. Вот так.
Ай, сыночек. Так. И теперь открывай вот эту штуку. Подожди, подожди. Вот так. Вот так. Сейчас туда будет сыпаться попкорн. Подожди, ничего не трогай. Смотри. Сейчас. Так, теперь нужно подождать. Это занимает 85 секунд. Нужно подождать несколько минуточек, сынок. Чуть меньше 2 минут. Вон, смотри, набирается попкорн туда, вовнутрь. Видишь? Вау! Так, ну что, все? Можно забирать? Мне кажется, оно пропикает, когда можно забирать. Да? Все, думаешь, можно? Давай, забирай. Ай, не рассыпь. Ава, ава. Вот так. Вау! Классно? Пойдем. Нет, это давай сейчас кушать. Поехали. Пойдем. Хочешь, пошли на диванчик сядем? Пойдем? Тут можно на диванчик сесть. Ты куда? Пойдем. Пойдем сядем, вон там можно посидеть и попкорн покушать, да? Времени у нас много. Ну, как много? Нам просто ехать 4 минуты. Сюда иди, сынулечка, сюда. Сядем здесь. Садись. Давай сядешь, и я тебе подам. Ты садись. Держи. Я попробую одну. Спасибо. Ну что, мы приехали? Да. Пойдем. Вот такой вот как цирк. И тут будет сейчас представление с твоим любимым щенячьим патрулем. Держи билетики, отдашь дяде. Давай, только держи крепко. Идем. Оля, отдавай дяде билетики. Gracias. Бери. Gracias, vamos. Hola. Buenas tardes. Sí, somos dos. Yo. Bueno, tres. Dos y medio. Sí, sí, dos y medio. Пойдем. Пойдем, пойдем. Да. Идем садиться. Альпин. Vale, genial. Все, сынок, садись. Вот сюда. Вот сюда. Ава. О, как тут классно. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? No se escucha, tiene que ser más fuerte. ¿Cómo estamos? Así me gusta. ¿Pero qué hacéis? Regresamos con la segunda y última parte.
de nuestro espectáculo. Chao, chao. Adiós. Los aplausos para Nikki. Тебе понравилось? Да. Очень? Я на площадку. Вы вернулись домой? Да. Да, погуляли? Было весело? В общем, я буду сегодня это включать, и не свет не включать, я буду включать вот это. Это будешь? Да, включать. На камере очень сильно все розовое. На самом деле здесь приятный свет, не такой яркий, как на камере. Ладно, идем спать, да? Мы идем спать. Да? И спать. Я вижу следы. Давай. Я вижу следы. Пошли по следам. Я вижу следы, как это.
Нашел? Да. Давай, залазь. Будем сейчас зубы чистить. Дети у нас уже все спят. Катюшка пошла купаться. Я сейчас... На самом деле чувствую себя очень хорошо. То есть у меня нет такого, чтобы я там, знаете, умирал, вот как было несколько дней назад, что хотелось именно спать и отдыхать. Сейчас чувствую себя хорошо, вот, но температура все равно присутствует. Небольшая, но она есть. То есть это говорит о том, что как бы организм борется и что нужно как бы отдыхать. Вот поэтому как бы никуда не езжу и стараюсь находиться дома. Голос только, я думаю, вы слышите. Вот. Так что, ребята, буду монтировать влог. Увидимся с вами завтра. Вот. Надеюсь, что завтра у меня температуры не будет. И я хоть куда-нибудь смогу выбраться. Хотя бы на немного, ненадолго. Все, увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.